Пум-пум-пум-пум-пум. Это типа парадный боевой марш. Мы наступаем под это. Финал, ребята. Финал. И нам закадровый голос честно сказал, что волк с большей... Стоп, это же сейчас осада будет. Блин, стопудово осада. Сейчас посмотрим, конечно. Но нет, это же возмездие. Это осада сейчас будет. Мой ненавистный вариант. Твой отец, истекая кровью, умолял меня прикончить его. Но я только смеялся, глядя на его мучения. И я еще посмеюсь, наблюдая твою предсмертную агонию. В моем логове тебя ждет гибель. Ну ладно. О, здрасте. Я много слышал о вас, но еще ни разу не видел в деле. Чё? Скажите мне, примите командование над нашей армией и возглавьте последнюю атаку, а мы с сэром Лонгармом с удовольствием понаблюдаем за вашими действиями. Ты чё, охуел, что ли? Извините за мой примите французский. Примите командование объединенными силами короля и сэра Лонгарма и добейте волка. Вы уничтожили большую часть его армии. Но у него еще много людей, а замок, где он укрылся, по слухам, неприступен. Он раскрыл секрет изготовления кипящего масла, так что не стоит приближаться к стенам. Вместо этого стоит использовать требюше. Серьезно, на финале вы мне наконец-то выдали эту замечательную технологию, которую, к слову сказать, вообще даже пользоваться не умею. Мне же негде было это опробовать-то, елки-палки. Да ну нафиг, айда на легкий. Это атака, да? Да! Это... О, это что такое? Да ну почему ж они опять-то стоят так, что до них дотянуться можно? Где требюшет-то? Послание от волка. Еще узнаешь. Что такое настоящая война? Вы чё, прикалываетесь, что ли? Это объединенные силы? Там лежит кто-то. Какие ваши указания? Вот это... Вот... Ваши указания. Говно называется объединенные силы? Вы чё, угораете, что ли? Что нам делать? Да тут даже меньше войск, чем когда я крысу эту, как ее, господи, называется-то. Ой, как это? Забыл. Не крысу. Ай. Кабана. Я как кабана атаковал, народу больше было. И мне вот это вот предлагается атаковать. Ой-ё. А, ну зато у него храм тут, да. Объединенные силы, блин. Требюше. О, всадники скачут. А эти откуда здесь? А? Давай, давай! Ой, вы помните, какими силами меня волк атаковал? Или вот этот требюше? Нет, катапульта. Мегатор! Лучники лук готов к вашим услугам. Что вы замышляете? Я живу для вас. Так, ну они что-то выскакивают. Подожди, а это что? Это у них конечные войска или он их создает? Все-таки я понять не могу. Они вроде как вылазят, что-то вылазит по двое. Я, кстати, не пойму откуда. Что-то кажется. Я все пью, все. Мне все хуже и хуже. Сейчас поймем. Я просто пытаюсь понять. Они... Нет, они не приходят. Они просто атакуют. Да. О,
Да у него еще читер, да, у него читерское расположение. Посмотрите, что здесь происходит. Чем самое смешное, что я ведь даже... Сколько у меня вот этих трибюше? 10 и все? Ну, я не знаю, а сколько надо-то народу даже на постройку, вот банально. Собная трибюше. А дальность какая вот? А, вот еще поехали, двое. Тогда ждем. Давайте подождем. Ну, тут как бы все, да? А это волк. А, он не отмечен даже. Ой, бляха-муха. Какая у него отличная крепость. У меня такой не было в прошлый раз. Он все, у него ров, все есть, да. А король посидит где-то. Объединенные войска, ребят. Это объединенные войска. Нет, серьезно, вы помните, с какими войсками мы атаковали кабана? Вот просто вспомните это. Там сколько было вот этих ребят? И опять мне дают. Милорд? Да. Ну, правда, надо признать, вот рыцари, да. Давайте как-то в кучу можно как-то собрать. Мы готовы. Всадники 11 человек, да, да, все круто. Катапульта готова, его постройка. В смысле? Катапульта готова, опытный инженер СР. Не понял. Здесь нужны опытные инженеры, сэр. Ребят, опытные инженеры, это пульта готова, милорд. В смысле? Я что-то не пойму. Катя в катапульту. А эти-то что? Подождите. А что? Подождите, а что случилось? Как ее заставить? А так идти? Чё они расселись-то, я не пойму. Здесь нужны опыт, да, ваши Венерас? Подбираем обслугу. Ну? Катапульта готова, милорд. А, вот поехали, всё. А, всё, понял. Они почему-то разошлись от них. Ясно, ясно. Катапульта готова, так, милорд. А чё? Катя в катапульту. Я чё-то не пойму. Катапульта готова, милорд. Катапульта готова, милорд. Все же готовы. Мы все вымокнем. Катапульта готова, милорд. Катапульта готова, милорд. Я чё-то не понимаю, как атаковать-то? Катапульта готова, милорд. Катя в катапульту. Готовься. Катапульта готова, милорд. Все развалили. Готовься. Хо-хо-хо-хо! Прикольно. Даже одну башню не сломали. Прекрасно. Давайте пробуем. А какая дальность у этого трепеша? Вы чё, охренели что ли? Я же не знаю. Что это? Как оно вообще работает? Оно ездит, оно не ездит. То есть, чувак, вот тебе трибюше. На финальной битве. Ты, правда, не умеешь им пользоваться. Ну, что ж поделать. Сэр, трибюше готово. Нет, оно не ездит, отлично. Оно не достает отсюда. Класс, блин. Ну хорошо, откуда оно достает? Подожди, то есть ты мне на полном серьезе заявляешь, что у меня 10 этих ребят. Потому что на трибюше нужно трое. Ладно, давайте сюда. А смысл в этом трибюше, если оно... А, ну сейчас вот нет. Сейчас подсчитаю.
Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаю. Нет, вы помните, какими силами он меня атаковал, этот говнюк? Я просто напоминаю. А мне таких требюше надо несколько штук, потому что, а иначе смысл-то, блин! Как это брать вообще, я не понимаю. Это бред какой-то. Тут есть какой-то? Нет, тут все заты. Ну, конечно, это неприступная крепость. Хрен таким силами-то атаковать. Объединенные войска, блин. Хрена себе объединенные войска. Говно, блин. Главное, двигать эту херню вообще нельзя. В смысле 11-10? У нее еще и ограниченное количество выстрелов? Да ты гонишь. Она еще и промахивается. Ой, я не могу, это прекрасно, боже мой. Так, давай-давай, поржем. Да, финальная битва с волком. У меня уже немножко такой, знаете, это иммунитет выработался, скажем так, на подобные глупости. Просто потому что, ну блин. Все? Нужен камень. Это Ксюшу. Нужен камень. Чё тут камень? Корова пошла. А зачем это, я не пойму. Надеюсь, они любят говядину. Нужен камень. Заканчивай постройку. Давай, камень. Строим осадное орудие. Здесь нужны опытные инженеры. Сворачиваем работу. То есть... Требюше готово. Ага. Сейчас подсчитаю. Так-так. То есть я, в принципе, суть понял. Мы потихонечку подбираемся к этой фигне, перестраиваемся и стреляем. Ого. Тогда стоп. Подожди-ка. Перезапустить миссию. Примите командование объединённым... Да, нормально, возьми. Что нам делать? Да блин, ну выберись. Можно ли рассчитывать на что нас? Что делать? Так, на 50, да? Послание от волка. Ты еще узнаешь, что такое настоящая война. Невольгота! Мы идем! Заканчиваем. Да блин! Надо что-то построить. Подбираем обслугу. Готов, сэр! Строй! Да? Лучники готовы! Уже идем! Катапульта готова, милорд. Катапульта готова, милорд. Катапульта готова, милорд. А мне тут интересно, а какое-то ограничение по производимым плюшкам у меня есть? Прикаймание! Мой лук вашим услугам. Или нет? То есть, в принципе, в таком ракурсе, если это можно перестраивать постоянно, в общем-то, не так-то все и плохо. Давайте ускоримся, чтобы побыстрее с этим всем разобраться. То есть, в таком случае тут просто получается, что ты так медленно и неторопливо, ну, занимаешься тем, что, ну, как атакуешь, потихоньку передвигаясь. В таком разе, конечно, да, это можно делать. Другое дело, что это пипец как долго будет, мое почтение. И потом тут ведь надо еще понять. Сэр, на плечо. Какие вам ваши указания? Нет, ребят, извините, но под прямую наводку вот таких вот войск попадать, это... Один рыцарь все-таки прорвался до ближнего боя. Так, ждем остальных. Слушай, ну тогда, в принципе... Что надо делать? Инструменты готовы. В принципе. Строим осадное орудие. Давайте задание.
А, деньги? Оно денег, блин, стоит. Да ладно, он достает. Сейчас прочитаю. Черт. Оно денег стоит. А у меня еще ограничено. Да нет, вы серьезно, что ли, блин? То есть у тебя еще и деньги, а какие нафиг деньги? Вы что, обалдели, что ли? То есть вы понимаете, да? В бою мне говорят, чувак, у тебя там ограниченное количество тенге, блин. Что нам делать? Я-то дурак думал, сейчас я тут развернусь, ага. Развернулся, блин. Далеко идти. То есть я могу построить 150, оно стоит, да? 150 же стоит? Да, 150. На 10 это сколько там? 6, 7, по-моему, 8. 15 на 8. Сэр, трибюше готово. Сейчас подсчитаю. А эти что только сейчас пошли? Сэр, прибежай готово. А что это за запоздалая такая атака странная? Они откуда вообще приперлись? Куда пойдем? У меня ботинки промокли. Нужен Хани. Но его нет. Запускай ее. А я что-то реально не понимаю, смысл от этой коровы? Ну кидает он, такая толку-то. Я просто вообще не вижу от нее хоть какого-то эффекта. Не, ну пусть расстреляет как. Буренка. Поджигает еще. Сворачиваем работу. В смысле? Они ушли. Да, ваша милость. Строим осадное орудие. Катапульта. Надо что-то построить. Что надо делать? Инструменты. Я не то выбрал, да? Катапульта готова, милорд. Катер катапульту. Так, ну вот здесь они тянулись, да? Строим осадное орудие. Трибюше. Блин, я случайно этих ребят отпустил. Сэр, трибюше готово. Сэр, трибюше готово. Сейчас подсчитаю. Трибюше готов. Трибюше готов. Ломай, раз готов. Ой, фига себе, луч. Блин, вот это жестоко. От лучнику прилетело. Чувак, ну я тебе вот эту дал атаковать. Ты мажешь вообще вот сюда, блин. Ну что, пристреляться не может. Ребят, хорош. Вы так мазать не можете. Ну ладно, там первые 2-3 выстрела, согласен. Да блин, уже после первого выстрела пристрелка должна происходить. То есть, в принципе... Но в прошлый раз у меня все зарешали вот эти парни, быстробегающие. Так, а мы тут лестницу разрушили, да?
Хорош! Ну хватит! Ребят, у вас ограниченное количество выстрелов, вы мажете и мажете, и мажете, и мажете, блин. Чё, балдели что ли, блин? У меня вот такой вопрос. А насколько... Катапульта готова, милорд. Сюда отъедьте. Сэр, требюше готово. Парни, вы заколебали. Парни, вы зак... Блин! Блин, в атаку в рукопашную отправлю. Сволочи, а! И так ничего не сломали. А с коровой так и непонятно. Она не работает. Я помню, когда он в меня коровами стрелял, там были какие-то зеленые следы прямо так расползались. А вот, сейчас есть. Корова и... пошла. Что это дает? Ну, типа, если прям непосредственно в них попасть. Надеюсь, они любят говядину. Катапульта готова, милорд. Нужен камень. Ну и воин. Ну то есть прямо если непосредственно... А, вот как-то оно распространяется во все стороны. Нужен камень. Запускай ее. А на башню оно может прилететь, интересно? Нет, по-моему, что-то вряд ли. Вот вам, буренка. Мы постараемся. Ну кидай там, разберемся. Ну? Вы чё? Катать душу. А, вот он сел. В смысле, я их... Я их выбрал, они встают. Забавно. Так, ну с одним разобрались, хорошо. Катапульта готова, милорд. Нужен камень. Сворачиваем работу. Да! Я идиот. Ой, я идиот. Готова, так почему ж я их уволил-то? Так. Щит готов. Заканчиваем постройку. Чем мы можем помочь? Дислокация ясна. В смысле, а щит это один щит только? Готов. Заканчиваем постройку. Надо, надо делать. Построить. Что надо делать? Катапульта готова, милорд. Вопрос, блин, хороший, что надо делать. Я не знаю, что надо делать. У меня нет копателей, блин, вообще ничего нет, блин. Я как начинаю, ни рва, ни хрена, блин, вы побежали в атаку, а. Король пришел на помощь. Возьмите наши объединенные войска. Простите, а вот я свои вижу, а ваши где? Что-то это... Может, я плохо поискал? Может, кораблик какой где? Что-то нет ничего. Смотрите, вообще ничего нет. Печально. Что-то не видно. Объединенных-то войск. Катим катапульту. Смотрите, какое дело. Не видать объединенных войск-то. Готовься. Кроме шуток. Катапульта готова, милорд. А, ну ведь хребет, кстати, тоже ограниченный. Катапульта ресурс. Готова, милорд. Катим катапульту. После вас. Все, что ли, стоят? Катапульта готова, милорд. Прекрасно.
не уволить. Как насчет обеда? Заканчиваем постройку. Инструменты готовы. Катапульта готова, милорд. Ребят, ну доломайте ее, ну одна башня, блин. Я понимаю, что, наверное, наверняка не нужно здесь так это с башнями заморачиваться. Здесь нужны опытные инженеры, сэр. Катапульта готова, милорд. Здесь нужны опытные инженеры, сэр. Уже выходим. Где сюда? Катапульта готова, милорд. Так, два выстрела. Катапульта готова, два милорд. Выстрела. Катапульта готова, милорд. Ну, откатитесь пока. Да? Лучники готовы. Мы идем. Не вижу цели, сэр. Мы уже в пути. Не вижу цели, сэр. Уже идем. Готовься. Не вижу цели, сэр. Мы идем. Не вижу цели, сэр. Мы уже в пути. Не вижу цели, сэр. Мы идем. Не вижу цели, сэр. Приготовить стрелы. Но. Мы идем. Не вижу цели, сэр. Да. Мы уже в пути. Идем. Да хорош, кто там стреляет, блин? Буль-буль-буль, блин. Готов, сэр. Куда он хоть у этих козлов, блин? Стрелы неконечные. Ты серьезно, что, не могут разломать эту одну несчастную баклажку с этими... с собаками? Мне уж интересно, они вообще могут это сделать? А, нет, она все-таки ломается. Они в нее не попадают. Без дураков. Они просто в нее не попадают, ребят. Вы понимаете этот бред? Так, что еще здесь? У меня таран-то есть? Таран у меня есть. Даже не один. Милорд, таран готов. Да! Чем мы можем? Отбираем обслугу. Милорд, таран готов. Как бы круто. Так что делать дальше? Вам понадобилась сила? Чёртова работа! Шевелитесь, собаки! Ваши приказы, сэр. Ой, эти да... эти копать не будут. Вы что-то задумали? Отчакали! Эти да... Вы готовы? Да! Вот. Эти ребят копать не будут. Вот эти хоть какая-то броня есть. Шо... пусть копают, потом ворваться... Ага, ворваться, блин. Тут есть одно но. Во-первых, я не знаю, сколько здесь... Ты чё? Так, вот один. Нет, этот на катапульте. Это на катапульте. Вот один у нас есть только товарищ здесь.
принципе, если удастся подвести таран прям вот сюда, к этой штуке, то пройти можно. Чё? Вам понадобилось? Ненавижу! Приказывайте, сэр. Вперед к славе! Парни, вы чего? Да куда ж вы, блин? Выступаем. Приветствую вас, сэр. Смелее. Бесит. Ждем вам мечи одноточные. Великолепание. Послание от волка. Да, да, от волка, от волка. Вот такое настоящая война. Узнаю. Даже не сомневаюсь в этом, блин. Все залито там этой дурацкой смолой. Все, блин. Самое поганое, что вот от этой башни. Может тогда попробовать вот это вот не разрушать, а вышибить чисто вот этот кусок один. Мой лорд! Катя в катапульту! Сейчас ждем, когда все всадники согрятся. Они ж почему-то агрятся. Да, вот по две штучки они выскакивают. Пусть вылезут сначала. С ними со всеми разберемся. Нет, это место интересно. Нет, это все-таки. Крепость неприступна. Ну да. Непонятно, правда, за счет чего он живет здесь. Вот, кстати, мне всегда было интересно, а есть ли вообще хоть какая-то вероятность, скажем, довести ситуацию врага до голода? Вот просто, кроме шуток. Это вообще возможно или нет? Вот именно у компьютера. У него тоже есть еда, правильно? Какой-то ресурс какие-то, еще что-то, да? Что-то делает. Это вообще реально или это глупость несусветная? Да, ваше мнение. Строим осадное орудие. Не должен добивать до сюда. Может. Сэр, требюше готов. Сейчас подсчитаю. Давайте, ребят, давайте. Сливаем лимит камней. Давай, мимо, да? Угу. Ай, молодец. Все, уров. Ай, красавчик. Ой, молодец. Пипец, ребята. Ребят, я вам не ров сказал атаковать, а вот эту В смысле? Не въехал.
Это как так? То есть, типа, есть мост. То есть можно атаковать отдельно мост. Сэр, требюше готово. Нужен камень. Заканчиваем постройку. Надо что-то. Да уйдите построить. Вы оттуда. Что надо делать? Строим осадное орудие. Здесь нужны опытные инженеры. Сэр, прибежи, готово. Сейчас подсчитаю. Сэр, прибежи, готово. Пипец, баллиста дальностью как трибушет. Ты серьезно, а? Ну ты серьезно? Блин. Инструменты готовы. Бесит. Строим осадное орудие. Не добивает. Сэр, требюше готово. Сейчас подсчитаю. Сейчас подсчитаю. Сейчас подсчитаю. Сейчас подсчитаю. Ребята, ничего, что вы три выстрела подряд положили в одну точку. Может, чуть левее надо сместиться, блин? Чуть-чуть, чувак, левее, полградуса, блин. Капец, у них разброс. Пэм-пэм-пэм. Да. Поздравляю, ребята, вы попали куда угодно, только не туда, куда вам было сказано. Молодцы. Корова пошла. Надеюсь, они любят говядину. Ну и вот. О, кстати, этих ребят можно так разобрать. Запускай ее. Да, смотри-ка-то можно. Вот вам, буренка. Готовь тушу. Интересно. Корова пошла. Надеюсь, они любят говядину. Ух ты ж. Ну его. Убит коровой, да? Ну ладно, они все коцанные, так что, в принципе. Сэр, требюше готово. Сказать, что все было плохо. Сейчас подсчитаю. Это неправда. Ну хорош, чувак. Сейчас подсчитаю. Заканчиваем постройку. Давайте задание. Здесь нужны опытные. Сворачиваем работу. Так. То есть, в принципе... Что нам делать? А? Где моя лопата? Вперед. Если бы не моих лучников вот на эту башню загнал, насколько было бы, я говорю, проще стала бы жизнь? Так, ну они активировали большую часть. Можете рассчитывать на нас. Мерзопакости. Есть ваша смерть. Я одного только не понял, почему они все время идут такими какими-то очень широкими рядами. Эти штуки я не очень понимаю, как работают, честно говоря. У них как-то. Что вот? Как? Перемещаем щит.
Ну, то есть, как они защищают? Где у них какая-то зона, область, что? Как куда это функционирует? Я этого не знаю. Здесь глубоко? Честно говоря. Куда опять поперлись, хрен поймешь. Тяжелая вещь, броня. Вам понадобилась сила? Мы идем. А, подождите. Заканчиваем постройку. Да выберись ты, блин, ну 20 раз нажал, все равно не нажимается. Что за нафиг, а? Помедленнее давайте, до 60. Сейчас, если сейчас опять не получится, а скорее всего не получится, я опять как в прошлый раз просто выключу, когда я с кабана не удохался. Это вообще как сейчас было? Что это? Да вы... Как он вы... Он что? Там же вода, блин! Парни! Наши приказы? Получи, бей, брюха! Приветствуем вас, это слишком просто! Непокойник! Мы готовы. Какие будут указания? Волкая дорога. Идем в ваш приказ. Сэр! Оружие на плечо. Мы выдвигаемся. Лорд, мечники, атаку. Готов, сэр. Лучники готовы. Я жду для базы. Ну, я только что слил весь свой лимит, по сути. Арбалетчики! Вы чего? Вы куда? Зачем? Почему вы тут? Что? Зачем? У вас же была цель, вы идиоты. Что? Почему? Да куда ж тебя несет, дурака? Почему ты идешь туда? Я не понимаю. Ваши приказы? Орудины капусты. Получи, блядь. Привет, это слишком просто. Мечники, в атаку. Милорд, таран готов. Разнесем ворота. Милорд, таран готов. Разнесем ворота. Оружие на плечо. Готов? Готов, сэр. Готов. Опять. Да сломайте вы этого одного несчастного засранца-то, а! Плечо.
Встать в строй! Лошади готовы! Блин, парни, ну я сказал, ну атакуйте вот этих, ну пожалуйста. Вы что-то задумали, что вы дружили? Нет. Я бы мог догадаться. Что именно так все и будет. Милорд, таран готов. Послание... в смысле? Ты пойдешь передо мной, как и твой отец. Да иди отсюда. Примите команду объединенными силами короля. Да завались ты, блин, объединенные силы, бла-бла. Всегда готовы. Мы уже идем. Мы готовы. Лорд. Вперед. Сэр. Вперед. Послание от волка. Ты еще узнаешь, что такое настоящая война. Ну я во-первых, я не понимаю, как здесь что. Что и как тут работает. Почему? Не понял. Идем в ваших бега, а? Мы уже в пути. Так. Ладно, попробуем еще раз. Огонь. Давайте еще. В принципе, как бы перекарампуцать всех не проблема. Потихоньку, полегоньку перебить. Это не проблема. Небольшая проблема. Проблема в том, что мои арбалетчики и лучники ведут себя как идиоты. Вы помните, что они сделали? Пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь-пунь. Нифига себе, блин. Все, что ли? Нет, еще двое. Я уж молчу про то, что чувак, оказывается, умеет выливать эту штуку в воду. Да и прям перед собой, вы поняли? Не со стены. А просто перед собой. Чем мы можем помочь? Да я честно вам скажу, крайне любопытная тема. Так, ладно, знаете что, давайте я сейчас немножко потренируюсь. Если получится, то, ну, запишу как бы самое последнее. А пока что перекурчик.